Так, добрый день. Сегодня очередная распаковочка. Даже не считал посылок. Тут мы столько 12, наверное. Так, поехали. Что-то такое очень маленькое. Ага. Ну понятно, это для велосипеда, там для тросика, там где тормоз стоит. Ну ничего себе. Какой-нибудь сегодня. А как сюда тросик пролезет? Честно, интересно. Ну ладно. Буду верить, что он все туда влезет. Так-то он, в принципе, сделал неплохо. Вот это очень жесткая вещь. Ну, первый раз такое вижу. Катаюсь на велосипеде уже очень долго. Покупал его за 55 рублей на Алиэкспрессе. Так, тут, наверное, плохо видно. Называется алюминиевый алой горный велосипед тормоза. V-Brake. Ну, к сожалению, товара уже в наличии нет. Поэтому ссылку я давать не буду. Вот. Так, дальше. Так. Поменьше. Я обычно с маленьких начинаю. Заканчиваю большим. Вот такой затянул. А, это ручка-кость. Она уже была вот из распаковок. Так как у меня два ребенка, пойдут в школу. Заказываем концтовары такие. Ну, в принципе, она выглядит. Она пишет хорошо, она гелевая. Нет, гелевая. Гелевая морковка была. Это шариковая, да. Сейчас посмотрю. Я уже не помню. Распаковку делал давно. Так, сейчас я достану. Да, это шариковая ручка. Вполне пишет достойно. Единственное, что одноразовая. Ну, потом пойдет на сувенир. Так, кость. Так. Ручка Спандава. 20 рублей она стоила. Так, вот опять. Что-то такое странное. Ага, это карандаш. Вот такой вот карандаш. Который гибкий. Который можно. Который не сломается. Можно его так связывать. Такой вот. Ссылка на него будет в описании. Единственное, что он как-то вот. Гнется очень так. Ну, пластик тут есть. 20 рублей на Пандаву заказывал. Сейчас он дороже. Настраивает брать со скидками. Так. Сейчас попробую его поточить и так, скажу, что я его заточил. В принципе, вот. Ну, он так клекло как-то рисует. Ну, зато никогда не сломается. Если так что-нибудь заметку сделать. Так, себе вещица, конечно, но для коллекции пойдет. Дальше. Что-то здесь такое интересное. Это интересно. Неужели я так это заказывал? Смотрите, человечек. Какой-то здесь, не супермен, что ли. Вот у него коленки не двигаются. Так вот все, он может сидеть. Руки у него, шея двигается. Хм. Интересно. Что-то я не помню такого товара. Ладно. Это чудик, это фигурка супергероя. Заказывал я его за 80 рублей. Или за 60, что ли, не помню. Ну да, в принципе. Оказывается, заказал зачем-то. Может, дети попросили. Тут у него, в принципе, запаха никакого нет. Мягкий, ну, не то, что мягкий, он эластичный такой. С одной стороны, он твердый, с другой стороны, у него здесь вот мягенькое. Коленки плохо не гнутся. Ну, в принципе, не знаю. Так вот, ладно, дальше. Приступим к дальнейшему.
Так. Тут что-то такое знакомое, маленькое. О! Ну, такая декорация. Деревце такое. Оно супер дешевое было. Ну, что, то же самое, что ли? Следующая посылка. Стараюсь быстрее это делать, чтобы не слышать мой бубнящий голос. Да, то же самое здесь. Такое же деревце. Ну, такое другое. Ссылка дам в описании. Стоило там буквально копейки, не помню. Стараюсь все-таки что-нибудь полезнее найти, но не буду избегать традиции. Начинать с маленькой посылки. Это какие-то... О, кролики. Кролики Спандау. Сейчас не буду на них стирать внимание. Так, обычная игрушка. Ссылка будет в описании, если кому надо. Сомневаюсь, что кому-то это надо. Так, ну здесь что-то такое. А, вот ручка. Вот здесь уже десятицветная, что ли? Три. Да, та была шестицветная, это десятицветная. Кстати, она была проверена, та не была проверена. Но я думаю, в других распаковках здесь кто? Только она не очень доходит. А вот, тут надо еще приноровиться. Кнопочку нажимаем. Туда пишем. Неудобно, потому что она толстая. Это хоть которая шестицветная, она нормальная, да? Вот, в руку входит из предыдущей посылки. И она прозрачная, она такая удобная. Ну, получше она будет, хоть и цветов поменьше. Ладно. Так, ставлю вот это маленькую. Жик. О! Такие вот интересные колодки я себе заказал. Ну, на передние колеса у меня там подойдут они. Как раз ссылку вот на эту вещь я дам сразу в описании. Сразу видно. Пахнут они свежей резиной. Такой. Тут еще какой-то название какой-то фирмы. Ну что-то мне так понравились они. Ну, так что вот на это ссылку дам. Это вещь с Алиэкспресса. Вещь, мне кажется, очень достойная. Так. Что такое у нас? Это мелочи. Так, вот это да. Сованное растение какое-то. Что это? О! Зубная щетка. Бамбуковая. Наконец-то. Долго ждал. Не очень, конечно, она удобная, я думаю, чистить зубы. Мягенькие. Ворс очень мягкий. Из чего там натурального сделано? Как раз у меня зубная щетка стерлась. Буду пользоваться вот этой натуральной вещью. Вот что у меня такое. Это что? Тоже что-то. Такое в коробочке. Это что? Ага. Это такой мини-блендер. Я его покупал за баллы. Ну, это яичницу гнездить. Тут нету треек. Но потом я отдельно сделаю обзор этой штуковины. Ссылку на нее дам. Сейчас я. Так, вот последняя ссылка на сегодня. Последняя распаковка. Что это такое? Так, это похоже на наушники. Брал я их за баллы.
Да. Упакованы очень здорово. Сами они. Ладно, не буду открывать. Режу спокойненько. Как они называются, которые не внутрь, а снаружи, которые. Так. Сейчас померяю. Так, здесь вот даже название фирмы есть. Что здесь? Это для уха крепеж. Да, я еще попробую, скажу свое мнение. В принципе, они удобные. Держатся на ушах очень хорошо. Даже какая-то фирма указана. Единственное, что не знаю, сколько они стоят, так как брал за баллы, и там, ну, я ссылку дам. Там 600 баллов сейчас они стоят. Я брал за 300. Звук хороший. Ну, для наушников нормальный звук. Единственное, что окружающие будут слышать, что ты слушаешь. В принципе, если звук потише сделать, то все нормально. Ну вот, на этом распаковка сегодняшняя закончена. Так, есть в этой распаковке полезные товары, после которых я еще буду снимать про которые видео. Вот, оставайтесь на связи.